Это главные культурные новости нашего региона на телеканале «Губерния 33». Сказки народов города Владимира, герой на фото и праздник народных ремесел. Это и многое другое в новом выпуске программы «Культура». Меня зовут Игорь Киценко. Здравствуйте. 12 июня в День России в парке Липки прошел традиционный фестиваль национальных культур «Многоликий Владимир». В этот раз главной темой фестиваля была «Сказки народов города Владимира». Участие в нем принимали активисты национально-культурных объединений города. Под открытым небом был открыт сказочный театр, где родители и их дети смогли познакомиться с народным творчеством и узнать, чем отличаются сказки разных народов, а чем они очень похожи. Кроме сказок, фестиваль украсили народные песни и танцы в исполнении коллективов национально-культурных организаций. На интерактивных площадках фестиваля «Многоликий Владимир» гости смогли познакомиться с историей национальных костюмов, примерить национальные головные уборы, поиграть в народные игры, увидеть виртуозное исполнение фланкировки казачьей шашкой и многое другое. Герои России, какими их не видел никто. Проект благотворительного фонда «Память поколений» реализуется уже третий год. Но владимирцы смогут увидеть эти работы впервые. На выставке побывала моя коллега Екатерина Старикова. Авторы снимков – известные московские фэшн-фотографы. В их объектив чаще попадают те, кто красуется на обложках модных глянцевых журналов. А на этих фотографиях – герои Советского Союза, России, герои труда из разных регионов страны. Их мужеству и силе воли можно только удивляться. Кто-то, рискуя жизнью, остановил боевиков, а кто-то строил атомные подводные лодки. За каждым снимком – подвиг. Он служил своей родине, а теперь служит Богу. Отец Киприан, в миру Бурков Валерий Анатольевич, герой Советского Союза, полковник, ставший монахом. В апреле 1984 года во время службы в Афганистане в ходе одной из боевых операций он подорвался на мине и потерял обе ноги. Однако боевую службу он не закончил, продолжал летать и прыгать с парашютом еще 13 лет. А в 2016 году принял монашество с именем Киприан. На фотографиях Данила Головкина герои запечатлены на природе. Но это не просто фон, это часть истории снимка. На выставке представлено видео, где можно ознакомиться, как происходил этот процесс, как выходили и снимали на природе, как создавали образ героя как человека, который живет среди нас. И как природа может влиять на человека, раскрепощать его и создавать тот самый естественный образ. На снимках Ольги Тупоноговой-Волковой – участники боевых действий. Эти мужчины получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда. Но, несмотря на инвалидность, они активно занимаются спортом, участвуют в Паралимпийских играх и завоевывают награды. Все 25 работ, объединенных образом людей с неимоверной силой духа, можно увидеть в Центре пропаганды изобразительного искусства до 15 июля. На сцене владимирской драмы вновь мировая классика. Юбилейный 170-й театральный сезон завершился постановкой Анны Карениной. С Томиком Толстого режиссер Владимир Кузнецов практически не расставался. Причем отношение главной героини с повторным прочтением книги изменилось кардинально. На премьере побывала Екатерина Гаврилова. Ну а ты кого встречаешь? Я хорошенькую женщину. Вот как? Да не подумай ничего дурного. Сестру Анну. А, это Карин. Да, ты ее верно знаешь. Знаю. Я когда перечитывал роман, я как мужчина писал на полях. Какая же подлость. Как же она могла так совершить? Как же она могла, может, такое говорить? А когда я стал разбираться, когда мы стали глубже в это во все погружаться, я ее как-то, понимаете, принял, а потом оправдал для себя и теперь уже очень сильно люблю. И из этой большой, искренней и настоящей любви к Анне Карениной я и вставил этот спектакль. Алексей, ты отпустишь меня? Честно тебе скажу, я уважаю твоего брата, но это его разгульная жизнь, несерьезное отношение ко всему, к семье, к делу, к месту, который с трудом добился для него. Я поеду не ради брата, а ради Долли. Она очень несчастна. Отрицательной роль Анны Карениной поначалу казалась и Ариадне Брунер. В образ помог погрузиться не только Толстой, но и книги по психоанализу. Ее Анна Каренина утонченная и в то же время не лишена страсти. На таких ролях актер, актриса, она действительно растет, потому что в ней, в этом герое, есть такая высота, такая глубина, в которых, наверное, очень редко бывает в других ролях, можно встретить, и поэтому
Я очень переживаю, я очень волнуюсь. И буду сегодня пробовать. Я уже говорила о том, что это очень тяжело. Не только просто сыграть эту роль, а пережить ее несколько раз. Музыку к спектаклю написал литовский композитор Фаустас Латанас. Сначала было несколько встреч с режиссером в Москве, работа. В итоге музыка стала замечательным и романтическим дополнением к действию. Как-то это все получилось вместе с тем большой. Спектакль глубокий, большой, но вместе с тем хрупкий. Так как работают артисты, мне очень понравились. Они все с такой большой самоотдачей это все делают. И не просто, что вот... Вот я так работаю, все, они это тоже это искренне делают. Это видно, что для них материал очень дорог. Сам режиссер о своей постановке говорит, это театр поэтический. Из бытовых подробностей разве что прекрасно созданные костюмы, переносящие в 19 век. Герои в поиске счастья, и каждый из них отвечает на вопрос, а можно ли переходить за рамки, чтобы стать счастливым лишь на мгновение. Екатерина Гаврилова, Александр Горшков, «Губерния 33». «Блеск стали» – именно так называется новая экспозиция, открывшаяся в музейном центре палаты. Звонкие камзольные шпаги и острые драгунские шашки. Парные дуэльные пистолеты, каретный мушкетон и сибирская винтовка. На протяжении тысячелетий оружие для человека было не только средством защиты от врагов, но и символом свободы и независимости владельца, предметом гордости. Впервые в едином музейном пространстве будут собраны 40 сверкающих сталью экспонатов, рассказывающих об истории русского и иностранного оружия 18-го, начала 20-х веков. Дело в том, что предметы оружия и вооружений представлены у нас во многих музейных экспозициях. В военно-исторической, в историческом музее, в доме Столетовых, но все эти предметы связаны или с войнами, или с сражениями. А вот так показать красоту оружия предоставилось впервые. Элементы декора, различные способы декора, которыми оружие украшалось, они, конечно, очень привлекательны. Они показывают, с каким уважением, трепетом, интересом жители того времени относились к такому утилитарному достаточно предмету. «16 июня в Суздале 34-й год подряд кузнецы, вышивальницы, гончары, мастера со всех уголков России приедут на праздник народных ремесел в Музей деревянного зодчества. Гости фестиваля увидят, как из соломки рождается корзина или расцветает на холсте вышитый чудо-цветок, и даже познакомятся с секретами народного творчества. Лучшие танцевальные хоровые коллективы Владимирской земли, гости столицы, мультиинструменталист Роман Ломов владеет игрой на многих редких старинных инструментах. Для детей на празднике приготовлена особая программа. Малыши поучаствуют в мастер-классах по изготовлению троечного сувенира «Кукушка», увидят кукольные представления театра «Печки-лавочки». Подробнее о мероприятии можно посмотреть на официальном сайте Владимира Суздальского музея-заповедника. Во Владимирском филиале финансового университета при правительстве Российской Федерации 15 июня в 20:00 состоится увлекательное и интеллектуальное мероприятие «Ночь в финуниверситете». Это не первое подобное мероприятие. И на этот раз организаторы предлагают разобрать деньги на атомы.
Разговор пойдет о деньгах с точки зрения науки. Историк Людмила Андреева расскажет о возникновении денег и датировке их создания. Сотрудник Центробанка Наталья Верба поделится знаниями о способах защиты купюр и по каким признакам распознать подделку. А победитель национального этапа конкурса статистических постеров Татьяна Яковлева объяснит, что такое криптовалюта, зачем она нужна и как ей пользоваться. Помимо этого будут работать три площадки, на которых можно будет порисовать, порелаксировать, написать картину под руководством опытного преподавателя, а заодно узнать о программах дополнительного образования в Финн-университете, пройти квест, на котором можно будет познакомиться с профессиями, которым обучают в филиале, и третья площадка – Думы. Это интеллектуальный коктейль из своей игры «Угадай мелодии» и видеоконкурсов. Будет познавательно и интересно. 15 июня, 20:00. Подробности в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Будьте в курсе самых интересных культурных событий вместе с телеканалом «Губерния 33». До встречи через неделю.